дамы и господа! Мы собрались здесь, чтобы провести наш конкурс. Конкурс «Мисс Первокурсница Гуманитарный факультет 2012». Вы увидите яркие номера, интеллектуальный конкурс, презентацию участниц. Девочки очень волнуются. Давайте поддержим их аплодисментами. Итак, мы начнем с дефиле. Итак, встречайте девочек. Настало самое время познакомиться с ними поближе, и для этого мы обратим наш взгляд на монитор. Итак, первая презентация Анастасии Бельчуковой. Это я. Вполне обычная девушка, которая любит сладкое, путешествовать и копаться в себе. Но мало кто знает, что по выходным я подрабатываю супергероем. Андрей, что у тебя случилось? Настя, у меня пропал голос.
года на поезде, а я спустя я расписал года. На самолете я боюсь. Я знаю, кто мне поможет. Настя! Я спасу бабулю! Вот так. А еще я люблю петь, когда иду по улице. There isn't anything way to say, and my heart is hurting. Hey, you shiver, so look at me and listen to me. Еще раз аплодируем Насте. Итак, следующая наша участница, Горностаева Виктория. Смотрим. Не могу остановиться, зажигаю, наблюдаю за собой там. Со стороны раны не зажить, долго кружит вдох. Снова тени ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Чтобы я часами, словами, весами грузили себя. Ноутбук наступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки. Прячутся их не достать, до них не добраться. Можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Нет, нет, нет того, чтобы было опять догонять. Время не ждать, можно сгореть, не успеть, не допеть, не до дна. Не узнать, потеряться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузили себя. Oh,
на ответы. У меня есть вопросы, папиросы, расспросы. Спроси меня, где ты? Нигде я иду никуда. Да, горят провода, но правда. Сухая вода, бесконечная много. Спроси меня, кто ты? Никто, но я здесь навсегда. Я же вернусь, и снова наступит весна. Когда я проснусь, я знаю, теперь я сна. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Жаль, я больше, но не видит меня. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Следующая девушка, которую мы увидим на экране, ее зовут Екатерина Шурыгина. Давайте посмотрим. Всем привет! Вы смотрите ISNINS News. В этом выпуске мы расскажем вам о Екатерине Шурыгиной, которая участвует в конкурсе Miss Grand 2012. Что о ней думают одногруппники, мы узнаем в следующем сюжете. Катя очень позитивный человек. Она не улыбается только тогда, когда получает 2 по информатике. Но такое бывает очень редко, а даже точнее и никогда не бывает. Потому что она просто гениальный человек по всем предметам, и она всегда помогает мне. Первый раз, когда я увидел Екатерину, сразу было видно, что это человек ответственный, жизнерадостный. Она просто замечательный человек. Каждый раз, когда у меня возникают проблемы, я всегда иду к ней, и она все решает. Полностью все. Мы все ее любим, желаем ей. Давайте победить в конкурсе Miss Grand. Катя активный, жизнерадостный человек. Ее гениальность и остроумие не перестает нас удивлять на пару. Помимо этого, она прекрасная домохозяйка. Парни, скажу вам по секрету, у нее 20 и больше. И не только. Однажды меня спросила, как пройти от театрала до универа. Я недолго думая и подарил карту. И теперь у нее нет проблем. Раньше Катя занималась легковерным спортом, а теперь она несет спорт в массу. Вы не подумайте, историки – это обычные, адекватные люди. Так комитет, что снимает это видео! А Кате я хочу пожелать удачи от
лица всей группы ИС-12. Мы в нее верим. С вами был Артем Кузьминых. До новых встреч. Пока. Итак, посмотрели, запомнили, оценили. Итак, смотрим далее. Горохова Ирина. Держим Ирину. Следующая наша участница – Вершинина Елена. Наша Леночка самая замечательная, добрая,
улыбчивая девушка, жизнерадостная и веселая. Мы ее очень любим. У меня самая замечательная семья и друзья, которые поддерживают меня во всех моих начинаниях. За это я им очень благодарна. Я всегда мечтала о большом доме с видом на море. О крутой машине. И, конечно же, как любая девушка, о принце на белом коне.
Следующая презентация, завершающая, и принадлежит она Светлане Анфилатовой. Всем привет! Меня зовут Светлана. Я студентка первого курса гуманитарного факультета специальности документоведения и архивоведения. Почему я поступила именно на эту специальность? Потому что она показалась мне интересной и необычной. Я уверена, что в будущем стану востребованным специалистом, смогу давать жизнь новым документам, возможно, даже исполнять чьи-то мечты или менять чью-то судьбу. Эта специальность была открыта в этом году на базе гуманитарного факультета, и лично мое мнение, данный опыт оказался вполне успешен. До поступления в ВИАТГУ я училась в школе номер 10, принимала активное участие в жизни школы, участвовала в различных конкурсах, концертах, праздниках. В 9 классе стала победительницей школьного конкурса «Звезда танцпола». А следующие годы я сидела в жюри. Но несмотря на свою активную позицию, я не забывала об учебе. Мои оценки всегда радовали меня и моих родителей. Увлечение всей моей жизни – танцы. Когда мне было 5 лет, мои родители отдали меня в коллектив народного танца «Дымка». Спустя 3 года к нам в центр переехал ансамбль современного танца «Фаэтон», и я решила попробовать позаниматься там. Мне настолько понравилось, что я решила полностью заняться современными танцами. С коллективом мы побывали в Германии, Финляндии, Швеции. Также участвовали в различных конкурсах по всей России, занимали призовые места. Вместе с этим коллективом я развивалась и взрослела. Именно там я обрела настоящих друзей, с которыми мы прошли через многое. На данный момент я продолжаю свое творчество в этом коллективе. Здесь же я занимаюсь с маленькими детьми, помогаю им научиться танцевать и показывать себя зрителю во всей красе. Для меня танец – это выражение своей души, возможность рассказать зрителю свою маленькую историю. В танце ты тот, кем хочешь быть в данную минуту. Танцы стали частью моей жизни, без них уже невозможно. Как сказал Фридрих Ницше, будь проклят тот день, когда я хоть раз бы не танцевала. Ведь это так здорово – выходить на сцену каждый раз и дарить зрителю свои эмоции, свое искусство. А после видеть, что зритель тебе благодарен. Его аплодисменты – это лучшая награда для любого артиста. Эмоции, которые ты испытываешь на сцене, несравнимы ни с чем. Они заставляют тебя возвращаться снова и снова. Именно поэтому невозможно полностью отказаться от своего искусства. Если вы хоть раз побывали на сцене, она вас больше не отпустит. Она будет манить вас, как манит и меня. На это танцы не мешают мне учиться и жить полной жизнью. Я, как и все, общаюсь, знакомлюсь с новыми людьми, влюбляюсь. Но самое главное – это то, что в течение всей моей жизни меня поддерживают мои родные и друзья. Они верят и помогают осуществить мои мечты. Их любовь вдохновляет меня идти дальше и бороться за свое счастье. Итак, спасибо нашим участницам. Ну а теперь настало время самого яркого конкурса нашей программы. Это творческий конкурс. Наши участницы подготовили дома песни, танцы, стихи. И первым номером у нас выступит Светлана Анфилатова с танцем «Подиум». See you.
Одинокая
вечер пролетит, как одно мгновение. Танец – мгновение. Ирина Горохова. Было ли свидание? Я бежала по своим делам, а ты шел в ожидании надежды. Полюсами разными земли ты притягивал меня магнитом. И на концах одной скамьи мужчина с женщиной молчали, друг друга взглядом убивая и заслоняя две судьбы.
как это прям? Что, мы поменялись? Не надо вас смотреть, так, не надо! Так, меня все изменения устраивают. Не надо! Подожди, так, стоп, меня все устраивают. Устраивают, да? Устраивают. Хорошо. Смотрите, смотрите. Берем помаду, да? Берем. Какая помада? Пимаду. Какая помада? Я пошла, какая помада? Не красен, красен, красен! Нет, только не хлеб, и не, нет, не майонез, не майонез, там столько калорий. Я 19 лет перегла это тело. 19 лет ты этого не ела? Хорошо. Наслаждайся, все. Все, все. Объект. Все моря и континенты пускай этнограф в книгу занесет, что есть такая нация, студенты, веселый и особенный народ. Понять и изучить их очень сложно. Вот что, к примеру, скажете, когда все то, что прочим людям невозможно, студенту наплевать и ерунда. Вот сколько в силах человек не спать. Но день, но два. И кончено, ломается. А студент же может сессию сдавать, не спать, неделю шахмат не бросать, да плюс еще влюбиться ухитряется. А сколько спать способен человек? Ну, пусть проспит он сутки на боку, потом, взглянув из-под опухших век, вздохнет и скажет: больше не могу. А вот студента, если нет зачета, в субботу положите на кровать, и он проспит до следующей субботы, а встав еще и упрекнет кого-то: ну что за черти не дали поспать? А сколько может человек не есть? Ну, день, ну, два, и тело ослабело. И вот уже не встать ему, не сесть, а вот студент — совсем другое дело. Коли случилось на мели остаться, студент не поникает головой, он будет храбро воздухом питаться и плюс водопроводной водой. Мечтая о туманностях галактик, смотря на море сквозь прицел и призм, студент всегда отчаянный романтик, хоть может сдать на бой романтизм. Да, он живет задиристо и сложно, почти не унывая никогда, и то, что прочим людям невозможно, студенту наплевать и ерунда. И споря о стихах, о красоте, живет судьбой особенной своей. Вот в горе лишь страдает, как и все, а может, даже чуточку острее. Так пусть же, обойдя все континенты, сухарь-этнограф в труд свой занесет, что есть такая нация — студент. Простой и замечательный народ.
тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю, умоляю, позвони. Позвони, заклинаю, дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Будет Анастасия Бельтюкова с номером «Разочарование». Не на тот поезд села когда-то, не по той тропинке пошла, не посмела вернуться обратно, когда все наконец поняла. И умчались года безвозвратно, и осталась в душе пустота. Смысла нет возвращать все обратно. Силы нет горький мед пить до дна. Все сгорело, давно стало прахом. По привычке мы вместе живем. Сознаем мы для себя со страхом, что построили карточный дом. Стать бы хоть на мгновение птицей, разметать взмахом крыл этот дом и в свободное небо взвиться, с облаками пушистыми слиться и исчезнуть, забыв обо всем. Thank you.
безумно рады приветствовать именно вас, именно в этом зале, что вы сегодня поддерживаете наших замечательных участниц на этой сцене. А мы очень готовились, очень долго готовились, почти 2 месяца к этому конкурсу, и особенно готовились наши участницы. И они, как и мы, в принципе, волнуемся. Итак, сейчас я вам предлагаю проверить, кто же пришел поддержать наших участниц. Итак, группа поддержки Бельтиковой Анастасии. Группа поддержки Горностаевой Виктории. Группа поддержки Шурыгиной Екатерины. Здорово. Группа поддержки Гороховой Ирины. Группа поддержки Вершинина Елены. И, наконец-то, группа поддержки Анфилатовой Светланы. Здорово! Такая команда собралась. Девчонкам очень повезло. А сейчас хотелось бы представить наше уважаемое жюри. Без этих людей не было бы этого конкурса, не было бы такого честного суждения. И я предлагаю вам представить. Итак. Гуманитарный факультет Вятского государственного университета представляют. Гмызина Эльвира Викторовна, просим. Председатель жюри Никулина Наталья Ивановна. Шамов Игорь Вячеславович. А главным спонсором нашего конкурса является профком Вятского государственного университета. И двое членов жюри, наших замечательных молодых людей, я хочу вам сейчас представить. Это Кузнецов Александр, третий курс. Зыгин Сергей, пятый курс. Эти замечательные люди, я прошу вас запомнить их, потом здороваться с ними, сжать им руки, целовать ручки нашим уважаемым дамам. Это жюри нашего конкурса «Мисс Первокурсница Гуманитарный факультет 2012». Просим. И сейчас, пока наши участники готовятся к следующему конкурсу, предлагаю вам немножко поиграть, если вы не против. Вы не против? Ну, давайте, плохо. Итак, первая игра, она очень незамысловатая. А я буду говорить слова, а вы, чтобы разогреться, чтобы как-то поддержать себя, поддержать наших участниц, будете повторять за мной. Итак, это незамысловатая песенка. Наверное, вы все ее знаете. А я вижу море, а на море суша, а на суше пальма, а на пальме кот. Сидит и видит море, а на море суша, а на суше пальма, а на пальме кот. Повторяем теперь движение. Итак, а я вижу, повторяемся за мной, а я вижу море. А на море суша, а на суше пальма, а на пальме... Итак, теперь все со мной, я буду без микрофона, чтобы было удобнее. Поехали! А я вижу море, а на море суша, а на суше пальма, а на пальме кот сидит и видит море. А на море суша, а на суше пальма, а на пальме кот. А теперь предлагаю нашим членам жюри с правкомов выйти и показать перед вам, как они выучили данное задание. Я повторяю слова, вы показываете. Итак, поехали, будем наращивать темп. Смотрим в зал, улыбаемся и поехали. А я вижу море, а на море суша, а на суше пальма, а на пальме кота. Поехали, 3-4, все вместе, зал поддерживаем. А я вижу море, а на море суша, а на суше пальма, а на пальме кот сидит и видит море. А на море суша, а на суше пальма, а на пальме кот. Следующий конкурс, следующий номер, это для разогрева ваших ладошек. Все умеют хлопать? Да. Предлагаю вам сделать волну. Ручки поднимаем, чтобы все их видели. И начинаем хлопать за мной. И... Теперь будем встречать и провожать.
у нас сейчас будет самое яркое дефиле. Это дефиле с партнерами. Каждая девушка подготовила свой образ. Ну, в общем, сейчас мы сами все увидим. Так? Настоящая мисс должна не только хорошо выглядеть, но и обладать хорошим чувством юмора.
умением ориентироваться в ситуациях. Итак, мы проверим наших девушек на смекалку и сообразительность. У нас интеллектуальный конкурс. Так, вопрос на стуле. Первую участницу. Первая участница Бельского Анастасия. Итак, здравствуй, Настя. Мы тебе сейчас зададим 10 вопросов. У тебя на это будет 30 секунд. Ты должна как можно быстрее ответить. Итак, готова? Да. Мы начинаем. Зачем вы сюда пришли? Что бы вы сделали, если бы у вас был слон? Наверное, я бы продала его. Что белее, молоко или холодильник? Сметана. Зачем Раскольников убил старуху-проценщицу? Не знаю. Потому что... На историю стрельни. Итак, следующий вопрос. Кофе оно или он? Имя и отчество Валентина Николаевича Пугача. А имя? Номер общежития, где живут студенты гуманитарного факультета. Почему у пингвинов белый живот? А сколько у жирафа шейных позвонков? Почти, у него их 7. Спасибо, Настя. Аплодисменты. Следующая участница – Горностаева Виктория. 2 вечера, Вика. Добрый вечер. Я хотел бы задать тебе 10 вопросов. Послушай внимательно. Итак, твое время пошло. Лиловый – смесь каких цветов? Красный и розовый. Что появилось раньше – курица или яйцо? Ну, сначала курица, потом яйцо, понятно. Угу. А какой рукой лучше размешивать чай? Я его не размешиваю. Лучше ложкой, наверное. Может ли страус назвать себя птицей? Ну, смотря в каком он состоянии. Это верно. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Февраль. Все. Почему у оленей растут рога? У оленей. Почему рога растут? Ну, потому что они на севере, наверное. Где начинается радуга? В небе. А почему люди не летают? Ну потому что это люди. А из чего же делают крабовые палочки? Из креветок. А какой вкус у апельсинового сока? Апельсиновый. И это все было верно. Спасибо, Вика. Следующая участница – Шурыгина Екатерина. Приветствуем. Катя, привет. Здравствуй. У меня к тебе, как и ко всем, только лишь 10 вопросов. Ты готова? Конечно. Ну тогда мы начнем. Что важнее в пироге, тесто или начинка? Тесто. Так думаешь? Я в этом уверена. Читала ли Донцова свои книги? Нет. Нет. На какой пол у Колобка? Женский. Кто раскрутил Сергея Зверева? Он сам себя раскручивал. А можно ли закрутить его обратно? Конечно. Я все могу. Что длиннее, сериал «Санта-Барбара» или «Солдаты»? Первое. Очевидно. Когда началась Третья мировая война? После Второй. Уезжают ли старые тараканы в дом престарелых? Конечно. Сколько бутылок нужно собрать, чтобы стать миллионером? 100. Почему у бабы едино с крючком? Пластическая хирургия, не знаю.
Спасибо, Катя. Уважаемые зрители, и следующая участница – Горохова Ирина! Ирина, забыла микрофон. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. По традиции 10 вопросов. Готова, да? Да. Почему именно? Почему именно яблоко вкусили Адам и Ева? Потому что оно было нечерливое. Как выглядит окно Windows с другой стороны? Как будто человек сидит с очень важным лицом и думает очень напряженно. Правда ли, что вы уже купили результаты конкурса? Ну, это не секрет, да. Женское «нет» — это «да»? Это может быть. Пойдешь со мной в кино сегодня вечером? Я затрудняюсь ответить, но, скорее всего, возможно, нет. Да, не знаю. А почему боксерские перчатки называют перчатками, если это варежки вообще? Потому что так задумано боксерами. Какого цвета хамелеон, когда он смотрит в зеркало? Какой он захочет себя видеть? Каким он захочет себя видеть? Кто главный в доме, он или она? Дети. Сколько жизней у буддийской кошки? 9. Спасибо. Вам спасибо. Наша следующая участница – Вершинина Елена. Присаживайтесь, Елена. А я писал, что добрый вечер, да. Мы тоже рады вас видеть. Итак, у меня к вам вопросы в русском языке. Так, мы начнем, да? Начнем? Из чего делают лимонад? Из лимона! Для чего стерилизуют иглы? Для смертей? Какой кошмар? Какой кошмар, не знаю. Чего нет у Волан-де-Морта? Чего нету? Гарри Поттера нет. Почему рябина кудрявая? Ну? Может, почему кнопка пробела на компьютере не подписана? Она самая большая и длинная. Как раз для наших пальчиков. Сейчас ее можно не подписывать. Конечно. Евреи и иудеи — это одно и то же. Ну, смотри, а как посмотреть? А кто красивее? Брэд Питт или Том Круз? У меня муж есть. Кто красивее? И это правильный ответ. Спасибо. И наша последняя участница – Анфилатова Светлана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Начнем, да? Ну, давайте. Если у березы есть сережки, то где же у нее уши? На ветках. Где Кудыкина гора? На Кудыкиной горе. Почему в автобусах нет мест для студентов? Потому что они из-за пенсионера. Почему жидкокристаллический экран не развивается? Он же жидкий, жидкокристаллический. Кристаллы держит. А какого цвета тигровая креветка? Цвета креветки. А сколько рафаэлок в самой маленькой упаковке? Ноль. Какого цвета фантомас? Фантомного. Когда мальчика называют женским именем? Когда
когда пол перепутали. Что есть теплее шубы? Вязаные носки. Почему петух, когда летает, закрывает свои глаза? Боится упасть. Спасибо. На этом наши конкурсы закончены. Судьи сейчас удалятся для проведения и подведения итогов. А мы сейчас встречаем всех участниц и Аню Полилееву. Еще участницы, наверное, я. Да, правильно. Давайте поддержим девушек. Еще две участницы. Угу, замечательно. Итак, теперь давайте посмотрим еще раз в глаза девушкам, кто пришел до них поболеть. На шпильках почему-то, непонятно почему, конечно, не важно. Приходит муж,
Ты его неделю не видела дома. Он с кактусом и с котенком творятся. Мила, я, конечно, понимаю, что ты ездил в Африку в приют для бездомных животных, но где молоко, которое я просила тебя купить? Следующая участница. Екатерина. Ну, что, родная, ты как всегда не с пустыми руками, да? Да. Ну, какую же ты мне историю на этот раз поведаешь? Кактус, как всегда, подарки в твоем стиле. Дорогой, где ты был? Искал кактус. Зачем он тебе? Подарить тебе. У нас уже и складывать некуда. Сколько можно? Лучше купи кошке какой-нибудь наполнитель, а то уже кактусы все завяли. Это что? Это кактус. Я тебя спрашиваю, что это? Розы уже не действуют. Тюльпаны тоже. Что за колючку ты мне принес, а? Или ты что думаешь, что показать, что ты сверху такой пусть и колючий и противный, да? Но внутри маленький пушистый. Ну, киса-то, киса знает ведь, чем купить. Оп, нежданчик. Где был? Где-то с кактусом. Значит, и котом. Так. Котеночка, давай вот кактус забирай и гуляй отсюда, гуляй. Пока. О, дорогой, пришел. Я тебя кушать приготовила. Цветы? Нет, цветы? Я, конечно, понимаю, что я готовлю, может, не очень вкусную еду, но зачем же кактус-то мне дарить? Чего она ствола? Потому что кактус. О, ты мне принес котеночка. О, спасибо. Нет, за еду. Так, котеночек будет есть пирожок. Все, ему есть надо что-то. И детей из садика забери. У тебя они есть? Спасибо всем нашим участницам. Итак, еще раз аплодисменты всем. Уже совсем скоро будут объявлены результаты жюри. Сейчас мы еще, наверное, раз представим всех участниц. Итак, Настя Бейтюкова. Екатерина Шурыгина. Светлана Анфилатова. Елена Вершинина. Виктория Гарнастаева. И Ирина Горохова. Девушки, постоят. Можно провести еще одну неделю? Да. Сейчас мы будем какую-нибудь музыку, и девушки просто будут ходить и радовать вас. Так, давайте включим музыку. Начинаем неделю. Kiss me, I'm your mannequin. Just don't be your champion.
На то, как они следят за музыкальными хитами. Извините. И как они умеют повторять движения за ведущими. Вы готовы, девочки? Так, все песни знают, надеюсь, будут подпевать. Молодцы, молодцы. Ребят, чего нет у Волан-де-Морта? Женщин.
Может быть, в душе? Это наше время, когда еще изучали Карла Маркса. Мы хорошо знали ответ на этот вопрос. Женская сила в ее слабости. Звонко. Поможем нашему жюри. Микрофон находится у меня. Можете идти ко мне и спрашивать вопросы. Ваш рост на ваш вес. Мы учимся на гуманитарном факультете. Задавайте, я могу подойти с микрофоном. Давайте. Уже на гуманитар. Молодые люди, вся надежда на вас. Вопрос такой. Где спят сны? В голове. Здравствуйте. Вы готовились к этому конкурсу 2 месяца. Может быть, этот конкурс чему-то уже вас научил и что-то дал вам? Мы готовились 2 недели. Неделю. Тогда это уже претензии к ведущим. Хорошо, вы готовились 2 недели. Что вы... Неделю. Чему вы... Хорошо. Неделю и 2 недели. Чему вы научились за это время? Не спать по ночам. Я спала. Что круче, ПЕТ или политех? Политех. Как меня зовут? Кого? Мы не знакомы с тобой. Здравствуйте. Продолжите, пожалуйста, строчку. Вятский государственный в центре самом стоит. Вятский государственный. Ну, уважаемые жюри, еще сомнения есть? Слышные сомнения? Давайте мы поделим это. Мисс Первокурсница, гуманитарный факультет 2012 пришли к такому выводу. У нас в интернете проводилось голосование онлайн. Это нечестно. Тогда организаторы просят уединиться на 1.5 минуты. Пока можно петь музыку, и чтобы участницы немножко... Вика! Вика!
быть, просто, не знаю, как-то нам вступить вместо кому-нибудь из этих девушек. Давайте каждая участница проголосует. Победителем конкурса мисс
первокурсница гуманитарного факультета является Горностаева Виктория. Поздравляем! Хотелось бы поблагодарить, конечно, остальных участниц, прекраснейших, да, девушек первого курса. Отрыв был минимальный у всех. Мы не только спорили по первому и второму месту. Спасибо. Огромное спасибо жюри, Вячеславович. Слово жюри. Еще слово жюри. Мои друзья, я очень довольна, что у нас так замечательно прошел этот конкурс. Первокурсный ЦГФ, и я очень рада, что у нас очень хороший резерв. Я надеюсь, что в следующем году на конкурсе «Студенческая весна» с такими девочками, с такими ребятами мы обязательно займем первое место. Они... Я поздравляю всех участниц. Молодцы. Продолжаем дружить. Ну, хочу поблагодарить девушек, которые выступали. Очень все просто супер. Нам очень все понравилось. Все молодцы. Всем спасибо. Все свободны. Однако еще не все свободны. Аплодисменты, ребят. Браво! И у нас тут еще один приз, как я говорила ранее, проводился конкурс зрительских симпатий интернет-голосования, интернет-голосования. И победительницей в данном конкурсе Настя Бенчикова! Хочу, чтобы поддержали еще раз участниц. Все молодцы, все девушки достойно выступили. Нам было очень приятно видеть сегодня вас в этом зале, в этой атмосфере, в этой дружеской атмосфере. Большое спасибо за то, что вы пришли, поддержали нас, участниц. Огромное спасибо. До свидания.